Всем привет, друзья! Привет всем, кому не безразлична судьба Diablo 3. И у нас с вами сегодня срочный выпуск новостей по этой игре. Вы знаете о том, что в Diablo 3 на тестовом сервере для патча 2.5 собрались вводить сверхдревние предметы, и на Blizzard за это очень уж остроумное нововведение обрушился шквал критики. Люди, в основном не все, но многие были очень-очень недовольны этим решением, и Blizzard услышали эту критику, и вот, пожалуйста, у нас есть первые новости по новой обновленной концепции сверхдревних предметов. Самое главное, сверхдревние предметы раньше никакими были, напомню. Они были теми же самыми древними, только более редкими и более мощными. Отличались от древних так же, как древние отличались от обычных. Сейчас все по-другому будет. Сверхдревние легендарки будут фактически такими же, как и просто древние, только с идеальным проком характеристик. То есть в теории сверхдревний предмет будет равен просто идеально прокнутому древнему. Причем если мы сверхдревний предметы будем перероливать у гадалки, у нее мы сразу же тоже будем получать новые характеристики на их максимальных значениях. Следующий момент. Сверхдревние предметы, плюс к тому, что мы уже обсудили, станут еще реже, чем изначально планировалось. И они вообще не начнут падать, пока вы не закроете 70-й великий портал соло. Закрытие 70-го великого портала разблокирует появление у вас в игре сверхдревних предметов. Причем, если вы играете и на софткоре, и на хардкоре, для каждого из режимов нужно будет закрывать 70-й ВП отдельно. И еще одно изменение, которое мы с вами уже давно предлагали в наших выпусках о том, как сделать Diablo 3 лучше. Вот, пожалуйста, еще одно пожелание сбывается. При разбитии древних предметов нам теперь будут выдавать у кузнеца по 3 забытых души. Раньше выдавали по одной, как за древние, так и за недревние. А при разбитии сверхдревних будут давать сразу 15 забытых душ. Вот, друзья, с такими маленькими, но важными новостями хотел вас познакомить из мира Diablo 3. Что вы думаете обо всем этом, пишите, пожалуйста, в комментариях. Большое спасибо, что посмотрели. Всего доброго, удачной игры.